Акт вандалізму на площі 10 квітня. Невідомі закреслили чорною фарбою орден Леніна, частину стели Крила Перемоги, яку встановлено до визволення Одеси від німецько-румунських загарбників. Окрім того, на монументі були також і інші малюнки графіті. Відповідні фото з'явилися у соцмережі у понеділок, а вже у вівторок вранці меморіал було відмито комунальниками. Это наша история, поэтому надо так и относиться. Это было, мы с этим жили, мы этому радовались, мы были ленинцами. Ну что делать, так сложилась жизнь. Это наша история, от нее не уйти, и не вычеркнуть, и не убрать. Так что вот так мы жили, и это надо чтить. Ну что делать, за вот эти вот звезды погибали. Вот мой отец, слава богу, остался жив, но прошел эту войну. Это его была жизнь, его история. Так что это просто вандализм. И мне, например, это непонятно. Это все-таки наша история нашего города. И я считаю это крайне бесчестным по отношению к нашим дедам, бабушкам, предкам, что они сделали для нас. Я считаю, что нужно таких людей наказывать. От прошлого нельзя откреститься. Эта стела посвящена освобождению Одессы и площадь 10 апреля названа. Я не первый раз здесь нахожусь в санатории. Я была здесь на 9 мая. Я видела, как это был праздник для ветеранов. И поэтому, да, это орден Ленина был. Ну так и что? Он же был дан людям по заслугам. Это же была высшая награда Родины, наравне с героем труда или с героем соцтруда. Нельзя просто так откреститься от прошлого. Тем более, акты вандализма нужно пресекать на ходу. Пусть молодое поколение или те, кто против, сделает что-то такое, за что им бы могли вручить